Говорит Москва. Сводка главного командования Красной Армии за 22 июня 1941 года. С рассветом 22 июня 1941 года. Помню, как в памятный вечер падал платочек твой с плеч, как провожала и обещала синий платочек сберечь. И пусть со мной нет сегодня любимой родной, знаю, с любовью ты к изголовью прячешь платок дорогой. Письма твои получая, слышу твой голос живой, и между строчек синий платочек снова встает предо мной. И часто в бой провожают меня облик твой. Чувствую рядом с любящим взглядом, ты постоянно со мной. Сколько заветных платочков мы сохраняем с собой, нежные речи, девичьи плечи помним в страде боевой. За них родных, желанных, любимых. Таких строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих. За них, родных, желанных, любимых. Таких строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих.